Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем в лотерею «Моментальную мечта» или «Игра», как правильно называется. 10 лямов здесь главный приз. Данная лотерея благотворительная, часть от ее продаж идет, собственно, в фонд «Подарок ангелу», благотворительный фонд. Давайте, друзья, будем начинать. Вы тем временем подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео и напишите свой комментарий. Друзья, под словом «Игра» здесь должны скрываться три одинаковых символа. Счищаем защитный слой и видим, если попали с 3 мячика, это 100 рублей, 3 уточки 200 рублей, 3 самолетика 500 рублей, 3 юлы 1000 рублей, 3 машинки 5000, 3 конфетки 1 лям и 3 звездочки 10 лямов. Довольно неплохо, друзья. Давайте будем начинать, поехали. Мячик, мячик и мячик, отлично. Это, друзья, 100 рублей, показываю поближе. 100 рублей. Лотерейка отбила себя. Такое редко бывает в данной лотерее. Но тем не менее, друзья, прожмите лайк данному видео. Подпишитесь в любом случае на канал. Вам этого ничего не стоит сделать, а мне будет очень приятно. Смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением PN сервиса. Я, как обычно, всех обнимаю.